Баба! Принимай мир всерьез, иначе он избавится от тебя. Посмотрим. Только руку протяни. Мук спрашивает, знаешь ли ты первое правило ухода на монстров? Надо пойти туда, где живут чудовища. Первым делом изучаем места обитания дичи. Мало каких монстров стоит бояться. А ты вроде бы не из тех, кого легко напугать. Ты можешь помочь ему. Начни с одного монстра и веди отлов планомерно. Найди его следы и доложись. Кроме того, если найдешь навоз, тащи его сюда. Его друг Бабах умеет вынюхать там, что надо. Говорит, твоя правда. Тебе нужно поймать их всех.
Бум-бум-бум! Палец на спуске дергается. Не позволяй тебя отвлекать тем разрушением, которое видно при свете дня. Классный выстрел. Бум-трабах-то. Пока не попробуешь, не узнаешь. Вот это приобретение. Теперь ты врага близко не подпустишь. Тут легко заблудиться. Мук говорит, что нашел ключи в пугзильей кучке и всегда хотел понять, что они открывают. Обследуй остальные и обнаружишь другие ключи. Вокруг полно навоза. Мук говорит, что с последним монстром отлично вышло. Он надеется, что у тебя найдется время поискать с ним следующего. Говорит, что тебя всегда высоко ценили, в точности, как она. Но это не повод тянуть время. Говорит, что если ты продолжишь охоту, ты оглянуться не успеешь, как их всех переловишь. Могу нравится твое общество. Понимает, что тебе много, где нужно еще побывать.
Ничто так не осветит твой день, как свет. Посмотрим. Только тебя и ждут. Захвати этот форт, и это поможет установить мир между племенами. Разведчики доносят, что неподалеку творится что-то, с чем стоит разобраться, прежде чем захватывать форт. Они умудрились подкатить к стене форта бумшар и хотят его взорвать. Но чтобы сделать это на расстоянии, нужен негасимый факел. Считает, что обычный факел погаснет, когда ты его бросишь. Так что тебе надо добавить бум-порошка, чтобы он стал негасимым. История будет длиться, пока ее хоть кто-то слушает. Супер-попер! Пришла пора освободить племя соперников. Постарайся минимизировать ущерб, пока будет... Подчеркивает, что одно дело склонить удачу на твою сторону, подготовив захват форта, и совсем другое — пострадавшие случайно товарищи. Yeah.
Огромный грязефырк в клетке. Терпение и труд города берут, не то что двери. Уходи с пути мега-грязефырка. Ночь. Вот время, когда надо красться. Похоже, проводная клешня вполне способна снести ворота. Наверняка тебе просто нужно прицелиться хорошенько. Племя Анкати верит, что для сохранения равновесия в мире нужна солидарность. Они неколебимо уверены в том, что объединение племен позволит им двигаться вперед вместе. Есть кто дома? Он надеялся, что все закончится не так. Нет причин сражаться вместо того, чтобы объединяться. Это будет бессмысленная борьба. Приведи ему логический довод за то, чтобы доверить тебе форт и судьбу племени. Если ты только и делаешь, что дерешься, он не может встать на твою сторону. Он умеет соглашаться с сильными доводами и понимает, что это к лучшему. Он сдаст тебе форт. Соперник Шифу повержен, и судьба его племени в твоих руках. Ты можешь решить их судьбу, но ответственность за свой выбор будешь нести ты, и только ты. Он предоставит решать судьбу Шифу соперника тебе, но предлагает проявить милосердие. Делай добро, и воздастся тебе добром. Полагает, что предложить другим поддержку, если понимаешь, что они в ней нуждаются, хорошее дело. И вот так ты сплетаешь свою судьбу к добру или к худу. Переплести ее невозможно. Они встанут плечом к плечу и помогут восстановить стабильность и порядок. Тебе нужно захватить заставы соперника и ослабить их племя так, чтобы бросить вызов Шифу противника в его крепости. Твой Шифу доволен. Ты еще на шаг ближе к объединению племен. Жаль, что нам пришлось применить силу, чтобы убедить их. Но его все еще беспокоит судьба мира. Ты не можешь проиграть эту войну. Если концовка окажется неверной, значит, все усилия были напрасны. Но верная концовка ведет к финалу. Он говорит, что с момента вашей первой встречи твои силы возросли. Ты знаешь лучше, чем кто бы то ни было, что судьба мира еще не решена окончательно. Тебе нужен мир, где каждый будет отвечать только перед своей совестью. Судьба мира зависит от победы добра. Древо жизни все еще живо, и только ты можешь сделать так, чтобы оно не погибло в конце концов. Это лук Анкати.
Думает, что могло выгнать тебя на улицу? Давай это прикарманим. Ну что, мокро тебе? Утверждает, что... Тут живет Дуппи-Дуп. Вот кто любит подраться. Мир нужно спасать. Проживи этот день на полную катушку. Mm-hmm.
они. Отличная штука. Настроение отличное, хотя все решили, что это труп. Говорит, что, по слухам, тебе не чуждо сострадание, и ты помогаешь нуждающимся. Просит тебя поступить по совести. Отчет за любые свои действия ты будешь давать только себе. Благодарит за твой выбор. А тут что? Теперь будет видно гораздо дальше, чем ночью. Не забывай наполнять вентиляционные трубы.
Здесь повсюду гуляет ветер. Ой! Нужен какой-то ключ. Эта доска объявлений чище, чем все остальное здесь. Ты приближаешься к полю отработанной жижи. Просто иди на запах. Эта машина качала из земли жижу для переработки в горючее. И если ты думаешь, что сырая жижа противная, лучше не представлять, что тут было, когда таксанол ее поджег. Какую-то часть. Но в основном они отправляли ее на фабрики, перерабатывали в топливо, и вот уже его сжигали. Если приглядишься, ты, наверное, и тут найдешь след. Враг прямо перед тобой. Никто не устоит. Не торопись. Ага, еще один отличный след. Даже на этой свалке найдется, что исследовать. Ты имеешь в виду жижу? Да, почти всю. Ту, что осталось, добывать было либо неудобно, либо она была слишком грязной. Следы ведут отсюда в далекие края. Thank you.
Неприятно-то как. А еще стошнить может. Круши его. Тут внизу куда просторнее, чем тебе кажется. Да, поиски того стоили. Подземные твари куда злее наземных. Ты так уверенно двигаешься. Выровняй переключатели, чтобы они совпали. Хорошо. Теперь напряжения хватит, чтобы запустить приводы и активировать каркас. С каждой минутой все меньше света. Тряси ключами, используй их.
в лавке такое не купишь. Представь, сколько можно увидеть с вершины горы. Не дай вскружить себе голову. Фу, биологическая опасность. Дрянь какая. Покрути рукоятки радионика, чтобы найти нужную частоту.